В Подмосковье ввели процедуру дистанционного закрытия больничных листов с согласия пациента, сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и муниципальными главами заявил, что сфера здравоохранения в Подмосковье испытывает запредельную нагрузку в условиях новой волны пандемии коронавируса. При этом глава региона подчеркнул, что каждый житель должен получать необходимую медпомощь. Светлана Стригункова, министр здравоохранения, уточнила, что теперь у нас осуществляется дистанционное закрытие больничных листов. Если наступает срок закрытия больничного, то сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом и исключительно при его согласии, если он выздоровел, закрывает больничный лист дистанционно. Если пациент продолжает болеть, то больничный лист будет продлен. Данный формат был протестирован на минувших выходных в нескольких подмосковных округах. Ранее министр сообщила, что количество выездных бригад для обслуживания пациентов на дому увеличили в Подмосковье на 85% до 1500. Также в регионе открыли дополнительные кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, где пациентов принимают в порядке живой очереди.